Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Кромвелл, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Project Zomboid. Остановились мы с вами на том, что пришли в это непонятное место, сырость. Можно, кстати, одеть свитерок, я с собой ношу его. Где он? Он в основном. Бутылку воды можно скинуть к себе в рюкзак, чтобы не париться, пускай он будет у нас там. Штаны... А, я выбросил, похоже. Или нет? У меня есть носочки. Если что, носочками обвяжусь. Не знаю. У нас сонливость, кстати. Усталость уже. Уже не сонливость. Сейчас пробежимся еще чуть-чуть и пойдем возвращаться обратно к себе. На базу, в лагерь. Ну, там, где мы были недавно. Потому что это другое место, где я еще могу найти себе крышу над головой. Я не знаю, где это место. Ладно. В общем, ладно. Выходим. Все, идем. Хватит. У нас усталость, у нас сонливость. Нужно быстрее возвращаться обратно, как... Можно скорее отоспаться и идти уже куда-нибудь в новое место. Промокли, озябли. Скорость слегка снижена. Блин, мы ведь озябли. Носочки. Можно их одеть? Взять в основную руку, в дополнительную руку выкинуть. Выкинуть носочки? Да вы что? Спички, сыр. Ну, похоже, носки... с носками ничего нельзя делать. Блин, я свитер выкинул. Вот это я зря. Ну ладно, я и с голым торсом неплохо справляюсь. Возвращаемся обратно к тем домам, в которых мы были. Это единственные дома, которые мы нашли. Ну, не единственные, вторые вообще, которые найдены мною. О! До нитки, промокли до нитки. Можете простудиться, скорость снижена. Здорово, если мы простудимся, мне кажется, это тоже конец нашей истории. Нам нужно найти или куртку, или что-то, ну, что-то нужно, потому что этот, хоть я и сексуальный мужчина, но это меня не спасет от холода. Кто-то собаку убил опять. Плохие люди убивают собак. Легкая жажда. Так ты открой рот, дождь же идет. Наполняй. Ну, на легкую жажду я не буду пить, я сохраню, пожалуй. Одежда пропиталась водой, промокли хоть выжимай, простуда неминуема, скорость серьезно снижена. Здорово. Давай мне свою футболку. Как в Терминаторе, дай мне свою одежду. Ну, с трупов, конечно, вряд ли это хорошо снимать одежду. И не получится, наверное, просто уверен. Сильная усталость, блин. Не рассчитал я совсем с этим делом. Не было ни одной кровати. Уйди от меня. А, блин, а как мы сюда пришли? Какой дорогой? Я потерялся, ребят. Ну ладно. Мне ли не впервые теряться? А, еще устал. Отдыхай. Вы ведь не идете за мной? Нормально. Дождь, похоже, еще и мешает зомбям слышать меня. Я нашел какое-то здание. Маленькое, блин. Какой-то сарайчик. Я бы на сеновале бы тоже поспал, на сене. Уйди от меня. Чтобы ты за мной не пошла, я тебя убью. Отлично. Так, давайте вот не увидите меня, а я тихонечко зайду. Нет, я не смогу тихонечко зайти. Сколько тут вас всего? Двое? Давайте. Так, уйди от меня. Ты тоже уйди от меня. Так, давай ты умрешь уже. По-моему, самое время. Нет? Вот это вот вообще меня не замечает, ей нормально. Смотрите, я бью ничего. Чудеса прорисовки. Так, можно сюда зайти? Угу. А сломать это? Нет, я могу построить. А почему здесь вроде открыто? Я не могу зайти отсюда. Пойти сюда. Здорово. А почему я не могу пойти? Ну что же это такое? Подстава. А, не знаю, ладно, пойдемте отсюда. Здесь нечего делать. Одна маленькая пристройка, которая ничего мне не даст. Дождь прошел. Мы не простудились? То нам жарко, то нам слишком холодно. Блин. Насчет одежды я, конечно, сильно промахнулся. Где-то снизу, тут есть поворот, который пишет, что где-то там, а что-то там есть. Пойдем вниз. Вроде внизу у нас были домики.
Давай ты отстанешь от меня. И ты отстань, и ты. Ну. Уйди. О, светофор. Это признак цивилизации. Мы вообще бегаем по дороге, так что... Блин, сколько их тут? А это не моя ли старая орда? Очень похоже. Да-да-да, и заправка. Не заправка, а... Блин. О, вот это заправка. Я не я, если это не заправка. Отлично, вот здесь мы сможем где-нибудь укрыться. Здесь наверняка есть и вода, и еда. Ну, перебить столько зомби я не смогу, поэтому надо оторваться побыстрее как-нибудь от них. Где-нибудь спрятаться. А смогу ли я открыть окно? Тихо. Я знаю, что вы близко. Я знаю. Очень хорошее место, но я не могу уйти от зомби. Вот, есть домик. Отлично. Это похоже на наши домики, нет? Ушел я, нет от них. А! Надо быстрее. Какой-то двухэтажный коттедж прямо разрисованный. Граффити. Граффити. Устал. Уйдите. Уйдите от меня все. Ушли. Уйди от меня. И ты уйди от меня. Я устал. Ну что вы делаете? Уйдите от меня. Да что вы какие? Черт бы вас подрал. Мне же не хватает сил на вас. Вон зомби головой бьется. На, судара. Кто еще хочет? Все хотят, по-моему. Уйди от меня. Блин, и что мне делать? Как состояние? Зашипись от состояния у меня. Сильно устал. Блин, сколько зомби. Надо уходить от таких мест. А это, по-моему, мой дом, нет? Смотрите, он прям очерчен кровью. Кто, если не я здесь был? Ну, уйдите, уйдите, уйдите от меня. Как же спрятаться-то от них? Очень много. Я всех перебить не смогу. Еще устал сильно. Ушли! Руки! Руки свои! А что насчет зайти в дом и вылезти с другой стороны? Как вам такая идея? Если он открыт, это может сработать. Угу, открыли дверь. Хоть какой-нибудь дом. Угу. Спасибо. Приняли меня. Тут очень много домов, я не могу справиться с зомбями. Что мне делать, я понятия не имею. А их везде много, ну что такое? Вот забор. Наверняка это их остановит. Да черт, побери. Открой окно, пожалуйста. Нет! Ушли. Ну нет, я не хочу умирать. Почему они умеют пролазить через ограду, а я не умею? Так, вот сейчас надо будет перелезть. Пройти сюда. Угу, прошли. Здорово. Чудеса управления. Игра супер. Орда! Ну все. Я укушен, ребята. Отлично! Меня что-то сломали. Деремся до конца. Ну, я их толкаю, ну ладно. Вот так вот. Вот так вот надо выживать, ребята. Учитесь. Если вы не знали, как надо выживать, то я вам покажу, ребята. Вот так это делается. Вы прожили 2 дня. 5 часов. Здорово. На самом деле, очень интересно получился первый цикл. Мотоцикл. Ну, было довольно-таки интересно. Это был первый опыт, напоминаю вам, первый опыт. То есть я не играл до этого вообще в эту игру. Это 2 дня для первого раза. Я думаю, что это неплохо и для первого цикла. Я буду делать по циклам, выпущу обязательно еще. Ну что ж, тогда это будет очень короткая серия. Блин, ну ладно, что ж, я... ничего с этим не сделаешь. С вами был Кромвелл. Если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь. Будет еще цикл второй, я обязательно сниму. Обязательно. Игра классная. Мне понравилась. Отлично, мне понравилось. Надеюсь, и вам понравится. Ну что ж, всем удачи и всем пока, ребята.